В Ереване, перед посольством России, прошел антироссийский митинг. Как передает Вести АС, акция прошла под лозунгом «Прощай, немытая Россия». Участники акции держали в руках флаги США, плакаты с надписью «ОДКБ предатель», «Путин предатель», а также скандировали антироссийские лозунги. Отметим, что выступления на митинге были на русском языке, тогда как в Армении во всех акциях выступают исключительно на армянском языке. Выступивший на акции протеста, член Совета национально-демократического полюса Ваги Гаспарян заявил, что 300-летняя история Российской империи подходит к своему бесславному концу. 300-летняя история Российской империи подходит к своему бесславному концу. Российская империя всегда вела имперскую колониальную политику по отношению ко всем народам, населяющим Россию и Южный Кавказ. Мы, армяне, как никто другой, знаем, что такое имперская политика России. Орел проживания армянского народа. За 200 лет российского ига сократился в 10 раз. Мы поплатились жизнью более 2 миллионов наших соотечественников. Великий русский поэт Михаил Лермонтов так говорил о том, что ждет Россию в ближайшем будущем. Настанет год, России черный год, когда царей корона упадет, забудет чернь грим прежнюю любовь, и пища многих будет смерть и кровь, когда детей, когда невинных жен не свергнут и не защитит закон, когда чума смрадных мертвых тел начнет бродить среди печальных сел, чтобы платком из хижин вызывать, и станет гладцей бедный край терзать, и зарево окрасит волны рек. Вот к чему ведет Владимир Путин Россию. Вот что ждет Россию в ближайшем будущем. Армения оторвется от России. Армения станет в ряд цивилизованных государств. Армения больше никогда не будет под российским игом. Прощай, немытая Россия! Прощай, немытая Россия! Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо!